Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Диана Пашко. Мне 20 лет, и я из Латвии, из города Рига. Добро пожаловать. Спасибо. Что вы будете петь? Я буду петь песню Адель, которая называется «Rumor Has It». Пожалуйста. Спасибо. Просто вирости ще не значить стати кимось. Для цього потрібно багато працювати. Можливо, є простіший шлях, але я його не знаю. Зміни починаються з себе. Інтайм. Надійна доставка. Just 'cause I said it, don't mean that I meant it. Just 'cause you heard it. Спасибо. Спасибо. Я много лет просидел в Юрмале в конкурсе «Новая волна». И вы, если бы вы выступали от Латвии, ну реально, наконец-то у вас, у страны был бы наконец-то шанс попасть там в четверку, в тройку, правда. Я думаю, что вы могли бы быть профессиональной певицей. Могли бы быть, да. Вот. Спасибо большое. Знаете, Диана, я эту песню «Адель» еще никогда не слышал, и, наверное, не буду, чтобы не испортить впечатление от вашего блестящего выступления на X-Factor. Спасибо большое. Да, я в шоке, если честно. Спасибо за то, что вы сделали здесь. Дианочка, а я считаю, что вы абсолютно зря к нам приехали сюда. Я считаю, что... В смысле? Ну, абсолютно бессмысленно. Потому что вас нужно было сразу отправлять в тренировочный лагерь, как по-моему. Спасибо. Очень редко мне кто-то нравится в мониторчике, да. Я имею в виду именно за девушек. Потому что у всех одинаковая помада, у всех плюс-минус одинаковый макияж. Очень красивая. Спасибо.
вам не надо одевать на голову ведро, чтобы отличаться. Про ведро это про кого вообще? Вот я, кстати, подумал тоже. Да. Кого вы имеете в виду? Кого вы имеете в виду? Секрет. Нет, ну правда, мне было очень за вами интересно наблюдать. И мне очень понравилось. Наверное, за вот эти все дни, когда мы сидели, то вы, наверное, первая из девушек, которая вот я так обратил внимание, как на девушку. Спасибо огромное. Честно, не верится, что это все сейчас со мной происходит. Спасибо большое. Спасибо. Не, ну правда. Спасибо. Диан, действительно, ведра вам не надо. Цветочек маленький можно. Я говорю вам да. Я не знаю, почему Юля подумала про ведро про себя. А вы про себя? Нет. Диан, конечно, да. Я говорю вам да. Я говорю да. Спасибо огромное, спасибо большое. У тебя 4 да, Диан. Ты с нами проходишь дальше. Спасибо.